Один из актуальных проектов для Тверского региона – это развитие малого и среднего бизнеса, повышение предпринимательской активности, инвестиционной привлекательности. Сегодня мы, как вы знаете, обсудили все направления развития. Будут увеличены объемы финансовой поддержки, объемы возможности предоставления льготных кредитов, займов, выдачи гарантий. Кроме того, самыми ключевыми вещами, наверное, или ключевыми направлениями является снижение налоговой нагрузки. Будут приняты специальные два налоговых режима, инициировали изменения в наше региональное законодательство, проанализировали опыт регионов ЦФО, и у нас будет изменение по двум направлениям. Это снижение налога для предпринимателей, которые работают в сфере видов деятельности, перечень которых будет дополнительно утвержден. И второе – это снижение налоговой нагрузки стандартно для субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому мы считаем, что данные меры дадут дополнительный экономический эффект путем увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса, попросту говоря, предпринимателей, которые будут работать в отраслях. Мы сегодня спрогнозировали направления, которые были бы интересны. Это сельское хозяйство, это средний и малый бизнес, который работает в туристической индустрии, это промышленность, лесообработка, лесозаготовка. Мы считаем, что это достаточно хорошее направление для такого развития, качественного развития среднего и малого бизнеса.